Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру The Long Dark. И мы сегодня собираемся идти чинить ружье на очень далекую станцию. Сначала на загадочное озеро выйдем. Одинокую топь. И нам нужно дойти сюда. Короче, нам топать придется очень далеко. Ну, уже почти ночь, так что нам нужно поспать. Нам поспать нужно. Перед тем, как мы уйдем. Так, это я все заберу. Я знаю, что далеко не уйдешь, поэтому я должен что-то выбросить. Выбросим, получается, вот это вот. Как не самое нужное. Воду я оставлю, это я оставлю. Я брошу только же альпийский тросик. Он нам не понадобился. Что еще можно бросить? Не даст много тепла. Ладно, давай тогда и это выбросим. Если она не дает много тепла, так что толку от него ноль. Таблетки для очистки воды также мы их не используем. Так что толку от них почти нету. Также, когда мы проснемся, тут уже время достаточно пройдет. Так что спи. На ночь идти я не особо хочу. Пойдем с рассветом. Еще часов 4. Не, попить нужно, попить. Так, сколько у нас осталось? 4,97. Так, протопить чуть-чуть. И сразу прокипяти. 0,5. Все, молодец. Пошли обратно спать. На часа 3 где-то. Вот, все рассвело, спасибо, поднять. Так, теперь нам нужно покушать. Покушать, ты давай лучше свежую банку свинины с фасолью разогрей. Заодно и воду восстановим. Так, где она? Так, разогревать. Так, она вот здесь. Блин. Банка корма для собак, она не делается, она не греется. Так, вот она, открыта. 600 калорий горячий есть и. Все нормально. Теперь корм для собак давай скушаем, пока он до конца не испортился. И теперь давай вот это съедим. Так, шоколадную плитку. Все, молодец. Чуть-чуть выпей и пошли. Все, пошли.
в этой серии мы должны совершить очень большой переход. Очень-очень-очень большой переход. Нам две карты нужно перейти. Это очень далеко. Все, пошли. Выдвигаемся. Бревна нам понадобится, дрова нам понадобится, так что все это не выкидываем. Все, пошли. Насколько холодно? Ветер минус 15. Ветер стихнет, полегче будет. Да, если честно, нам и тут идти тут до туннеля не так уж далеко. Так что успеем. Также нам сказали, что, блин, если появится медведь. А если нам сказали про медведя, то он должен появиться, то мы должны на него даже не внимание вообще на него не обращать. Если бы про него не сказали бы, то это уже я бы уже более спокоен был бы. Но про него сказали. В результате чего я беспокоюсь. А, все, ветер ушел. Стало тепло. Хотя ветер продолжает. А минус 2 градуса и там минус 18. Прохладно все-таки. Все равно прохладно как-то. Минус 18. Но у нас хорошая одежда, так что пойдем. Так, а ты винтовку-то взял? Наверняка там это. Наверняка ты ее уже взял уже, да? И она сейчас к весу не учитывает. Я надеюсь. О, ветер тут шумит. Ладно. Мы уже почти дошли уже, куда требуется. Мы уже почти дошли. А вот интересно, если меня медведь этот самый увидит, он будет вести себя как волк, или у него как-то он по-другому побежит прямо на меня очень быстро-быстро. А не как волк будет просто преследовать меня на расстоянии. Или как будет? Или что произойдет-то? Это, блин, это я не знаю. Так, ладно, до туннеля мы дошли. Первую часть мы выполнили, ура. Теперь заходим внутрь. В результате чего мы переносимся в другую локацию. Покинуть загадочное озеро, да. Покинуть. Нам сказали не от железной дороги не уходить.
Ну ладно, давайте не будем уходить. Нам сказали просто иди по железной дороге. Одинокая топь, район. Прошли мы куда-то. Времени мы по этому туннелю не потеряли. Как было время, как было, вся провизия на месте, так и осталось. Что очень радует. Но я надеюсь, что эта локация будет полегче, чем предыдущая. Если здесь и будет какая-нибудь сложность, то не такая уж серьезная. Нет, тут более-менее тут открытая местность. Тут более-менее, ну, не так сильно, не такой густой лес, как в прошлом месте было. Так что более-менее нормально. Открытая местность, линия электропередач. Так что более-менее понятно. Но, блин, тут холодно в то же время. В то же время здесь и холодно. Это типа какое-то болото, да? Это болото типа. Собирайте морфеевки. Так, забыл. Право-левая только. Право-левая. О, нашли меня. Пошли лучше быстрее, пока эти. Я их не заметил что-то. Встали что-то встали. Один встал только, один только. Второй продолжает топать. И ушел этот один. Один ушел. А второй? А второй идет. И второй идет помаленечку. Бежит прямо. Добежал. Так, ладно, нам говорили не сворачивать никуда. Никуда не сворачивать. Так, давай посмотрим, что это такое. 3 градуса все же, да? Это плохо. Брось обратно. Так, а куда этот делся? Давайте здесь, если что, подождем пока. Ты пока покушай вот это вот. Здесь более-менее тепло. Один час поспи. Немного согреемся. Привал устроим такой. Все, собирай, поднимай и пошли. Мы низкую температуру переждали. И хорошо пока. Дальше пошли. Так, скажи, пожалуйста, а тут что-то тут вообще есть-то? Мы находимся сейчас здесь, получается, да? На юге есть семейная ферма какая-то.
На севере радиолужка. То есть вон там. У нас север, там у нас юг. Или на... Не-не-не, подожди. Если карту повернуть вот таким образом, то да. Право, лево. Там радиовышка, там ферма. Понятно. Но нам сказали от дороги железной не уходить далеко. Да и, блин, у нас нету времени на обследование. У нас рюкзак полон. Так, достань ружье. Как успехи? Ничего, вылечится. Ты мясо собери, главное. Ты главное собери мясо и пошли дальше. Мертвый олень нам лучше будет. Я это уже не съем, остальное он погрызет там косточки всякие. А я косточки эти самые не погрызу, потому что не хочу я косточки, я хочу мясо. А ему косточки кости пойдут. Так что ничего, пускай поделится. Дойдем куда-нибудь и согреемся и все хорошо будет. Отобрали у волка мясо, да, получается? Ну ладно. Уже не в первый раз. А почему ты не выстрелил? Интересно, кстати. Я сказал тебе, выстрели, пожалуйста. Нет, ты что-то не захотел. Да и понятно. Дойдем куда-нибудь там посмотрим. Нам нужно дойти до, за эту серию до ремонтной. До ремонтной и там. Я тебя понял. Я пойду в эту сторону, ты же не против. Вот так я тебя пойду и туда пойду, хорошо? Ой. Я не знал. Ваша одежда промокла. Блин, я не знал. Я... Ладно, давай убивай меня. Не, конечно, я понимаю, что, блин, я мог упасть, но я, блин, все-таки нет. Я все-таки надеялся, что он не лопнет. Да, где я появлюсь? Так, у нас этот поднимай. И пошли, получается. Не так уж далеко мы, оказывается, это.
А, надо было сначала зарядить. Ну ладно, окей, чё ж там. 10 зарядов у нас есть, получается. Это получается, если все пойдет как надо, то это 10 зарядов на отбор и оленей. 10 зарядов. Нихрена себе. Ладно, окей. Даже лучше получилось. Я и волка еще с собой заберу. Я, конечно, не хотел бы его убивать, но... Так получилось. Так сказать, такое огнестрельное оружие получилось. Ох, блин, сколько там мяса, наверное, набрал-то, а? Я там мяса набрал очень много. Ладно, пускай. Извини, волк, но, блин. Если бы вы были бы как зайцы или как олени. Кролики там как какие-нибудь. То я бы вас пожалел бы и даже не убивал бы. Я просто вас отпугнул бы. Ну нет, вы бы мне вот взяли бы, убили бы. Вы меня бы убили бы. Только, ну извините, так такое дело. Вы бы меня с легкостью убили бы. Вы бы меня не пожалели бы. Так, лед. Я на этот раз на лед не пойду. Я уже понял весь смысл. А где этот? Так, попей немного. Восстанови воду в организме. Лучше снизу пойти. Скрытно. По стелсу. Гаденыш какой. Если чё, мы помним, у нас есть хорошее оружие, которое я могу использовать. Так. Там лед, волк. Лучше не надо там ходить. Блин, ты что, издеваешься за мной идти? Там, где я не прохожу, волк проходит. А, идиот, сучишь, потрох. Ну ничего, мы отбиться сможем. Отбиться мы вполне себе сможем. Сейчас даже это... Мы себе ничего не вывернули. Так, а там у нас что? Какая-то будка. Потеплело чуть-чуть.
Так, где он? Он отстал, да? Я его что-то не вижу. А не, нас нашел, меня нашел. Нашел меня. Ну пускай идет. Только пускай попробует. Я уже новый зарядил, если что. Мне мясо нужнее. Одного завалил и второго завалю. Блин, что там за будка-то? Ну ладно, давайте это потом узнаем. Сейчас нам это не особо важно. А, еще один поезд сошел. Что-то они все посходили без головного вагона. Все как-то отдельно сошли, что там, что здесь, что, блин, посередине вот первой карты, что у вас здесь в начале туннеля, блин, застряли, что там вот застряли, что здесь теперь. Ну, обозначь мне карту. Карту обозначь. Чтобы я знал, где я нахожусь сейчас. Не хочет мне карту обозначивать. Какое-то там озеро обозначил, а это не хочет. Так, ладно, я подхожу, я заканчиваю переход этот. Почти дошли. Дошли почти. А вот и туннель. Еще один заваленный туннель, правда. Еще один завалили. Ну че, все, ты волк, ты опаздываешь. Я ушел уже. Ты не успел. Вы покидаете одинокую топ. Ну давай, да, я знаю, в курсе, покидаем. У нас цель ремонтная. База, место какое-нибудь ремонтное. Нам туда нужно попасть, чтобы починить ружье. Вот как-то так надо. Вот такая у нас задача. Нам нужно починить ружье. Железная дорога загадочного озера. Ага. Так, получается, что у нас? Нам нужно дойти до первого поворота, получается, да? Первый поворот идем. Потом будет второй поворот. И там нужно уже думать. Второго... Идем до второго поворота железной дороги. Главное, чтобы мы его не пропустили. Главное, чтобы мы его не пропустили. А все, и все остальное будет хорошо. Так. К
Какой-то шум что-то. Какой-то. Какой-то шум вон там вот слышится. Так, ну поворота еще не было. Поворота еще мы не достигли. Так что идем дальше. Скушай Тимофеевку. Так, поворота мы уже скоро дойдем уже. Наверное. Если... железную дорогу перебила. Да. Оползень. Понятно. Он находится прямо на повороте. Ну, не-не-не-не, подожди. Он не на повороте находится, он до поворота. Он находится до поворота. Да, да. Это, наверное, во время землетрясения произошло, да? Ладно, хорошо. Придется искать другой путь. Другой путь должен идти где-то снизу. А вот и он. Тропа такая. Вот, так, вот, вот она, тропа. Понял, нам нужно его обмануть. Нам нужно его обмануть. Я не хочу тратить еще один. Ладно, придется так отбиваться. На, чё у нас там? Укус волка, иди нахрен от меня. Ишь ты, решил на меня нападать. И дал дёру. Все, пошли. Научили его, что нельзя так делать. Получил пахарь и побежал. Блин, топор вообще хорошее оружие, да? Взял Нати, дал ему по роже. И он убежал. Так, не-не-не, по льду нельзя ходить. Уже один раз научились в этой же серии. Научились эту, один раз и все. Я больше не хочу этому учиться. Блин, я надеюсь, что я правильно иду. Так, крестики, крестики. А что обозначает крестики, крестики? Да, наверное, не ничего, это просто камень такой. Так, лег. А нет, ни хрена не камень. Тут щели нету. Кто-то, скорее всего, рисовал. Понятно. Тупик. Да, проблема получается. Получается проблема. Ну и как нам туда пройти, получается? Тут так, тут здесь не пройдешь. Снизу. Снизу не пройдешь, сверху тогда получается нужно. Получается, нужно пробовать сверху. И
Это возвращаться обратно к железной дороге и... И как-то сверху нужно. Снизу мы попробовали, ничего не получилось. Получается только сверху. Снизу ничего нету. Подождите-ка. Это дерево, которое с одной стороны на другую переклонено. Ну-ка, да, скорее всего, её, блин, через него как раз и надо пройти. Конкретно вот это вот дерево указывалось. Да, оно. Через него как раз и надо идти. Ну ладно, дальше пока все понятно пока. Сейчас вот по этой тропе идем, и там уже выходим за оползень. Надо ускоряться, кстати. Надо ускоряться, уже скоро вечер будет. Уже вечер почти. Сказал бы уже сейчас 4-5, наверное. 5 часов вечера уже. Примерно. Ну, 4. Не, 5, наверное. 5-6. Ага, вот. Это самая линия электропередач. Вот обвал. Нам получается в ту сторону. Это мы вот так шли и куда-то... Я не знаю. Я не знаю сейчас, где мы находимся. Ага, а вот и второй поворот. А вот и второй... А куда он? Нет, это первый поворот. Он поворачивает налево. Туда получается, лево. Скушай. Он налево повернул. Или я чего-то не понимаю. Не, я и, блин, по карте там указывается, что тут должна быть две тропы. Должно находиться две тропы. Вот первая тропа, вот вторая тропа. Нужно найти хотя бы одну. Вот оно, то самое озеро. Мы где-то здесь прошли, здесь сюда прошли. Получается, мы... Этот поворот прошли только. Теперь надо второй найти. Короче говоря, надо искать тропу. Тропу нужно искать. Найдем тропу, найдем все. Блин, хотя бы показывал бы, где находимся, где находим. О, а вот и головной состав. А где остальные? Почему не открываешься?
Че за херня? Почему ты бросал вагоны поочередно? Так, а это, как я понял, есть тот самый, да? Та самая тропа. Ладно, давайте здесь попробуем. Блин, по карте-то ничего не сказано-то. Где этот поезд находится? Это плохо. Все, обычно все указывается, а тут на тебе. Такое знаменательное место, как поезд, не указывается. Так, ну это та самая тропа. По карте она должна... Она показывается. Ага, я вижу, я что-то вижу уже, там что-то виднеется. Что-то показывает уже. Что-то я уже видел какое-то там здание. Кажется, мы дошли уже. Главное не тупануть и не ошибиться. Это придется топать в обратном направлении. Не, это кажется то, что мы ищем. Нужно только спуститься нормально. А тут так просто не спустишься. Да подожди, у нас тут проблемы тут посерьезней, чем еда. Я спуститься не знаю как. Ладно, вылетишь как-нибудь. Ну ладно, скушай. Так, ну получается сюда идет дорога какая-то, да? Так, понятно. Ну это, наверное, то, что мы искали. Это то, что мы искали. Осталось найти конкретно, что конкретно мы искали. Верстак какой-нибудь специальный. Да, ремонтная площадка. Это оно. Так, выпей. Это ремонтная площадка. Доски очень целая куча. На 16. Так, не, сок пока не надо пить. Так, можно зайти туда. Очень много всего деревянного, что можно сжечь. Какие-то там турбины. Скорее всего, го. Это, ну, это для ГЭС, наверное. Это точно для ГЭСа. Это точно турбины какие-нибудь. На ГЭС, которые идут.
Ну или типа от этого. Так, закрой дверь. О, не, ни хрена, тут прохладно что-то. Я ожидал тут что-то более теплого. А, потому что, блин, есть дверь еще. А там теплее будет. Блин, в поезде, в вагоне было теплее, чем в этом сарае. Почему? Подожди, я еще не досмотрел еще. Я не хочу досмотреть еще до конца. Кроватка есть, жилет, пуховик. Проверь. Ноль девять. Ремонт. Носить. Это бросить пока. Это тоже бросить. Бесполезная вещь. Так, главное, мы дошли, куда требуется. Куда требовалось, мы дошли. Теперь нам нужно ружье починить. Так, ну тут пусто. Тут обыскивать уже нечего. Тут все уже темно. Ну ладно, пойдем, получается. Пойдем внутрь, найдем кроватку, поспим до утра и... Так, спичка нужна, нужна спичка. О, более-менее тепло. Не надо, надо. Повязка надо. Леска надо. Так, ладно, ищем дальше. Нам нужно что найти? Нам нужно найти кроватку какую-нибудь. Находим кроватку, поспим. А хотя какая нахрен кроватка-то, а? Мы в теории, у нас же есть спальный мешок уже. Найти что-нибудь более-менее подходящее, нормальное. Покинуть цех Б. А, нет, даже кровать есть. Ну ладно, давайте все, давайте здесь и спим. Скушаю крекеры. Скушаю чем-нибудь еще, например, вот это вот можно. Это нам вот это можно скушать. И запить это все. Все, молодец. А теперь спать. Насколько? Ну, думаю, часов 12 тебе должно хватить. Все, спи. Растяжение запястья, вывих лодыжки, все это мы вылечили. Так, можешь еще раз попить, восстановить.
Молодец. А теперь можно искать. Тоже зачем мы сюда пришли. О, возьми это. Потом как-нибудь выпишь. Так. Книжка. Здесь ящики какие-то. Да, тут все никому не нужно. Тут все никому не нужно. Все заберу. Так, слушай, убери лучше это, а. Так, ладно, здесь мы обыскали все. Тут все, блин, все большое, если что. Покинуть. Не-не-не, это мы отсюда зашли, получается. Не-не-не, наверх мы я пока тоже идти не хочу. Ткань. Блин, какое... Это очень большое место. Тут так просто все не осмотришь. Так, не-не-не, нам нужно обыскать это место. Сначала вниз нужно обыскать. И потом уже на наверх идти. This could be really useful. Так, здесь мы все сделали, обыскали. Картонная коробка. Ладно, теперь нам нужно идти наверх. Наверх нужно идти. А наверху-то ничего и нет особо. Ладно, вниз. И туда пошли, на ту лестницу. Там смотрите. Говядину. Какой-то монитор, компьютер какой-нибудь. Мусорка есть. Пусто. Так, для какой цели? С помощью ручного фрезера. А где его найду-то? Фрезера. Фрезер. Ох, это будет сложно. Я не знаю, что такое фрезер. Кто знает, что такое фрезер? Топорик хороший нашли, спички. Так, а какой топорик лучше? Так, это получается положено вот сюда вот.
Где найти фрезер? Фрезер. О, что-то нашли. Holy. That's smart. Трупака нашли. Ты что так, ты его так не заметил-то, а? He doesn't look so good. Не очень говоришь, да? What's that on the floor beside him? Forest Talkers. Sounds like some kind of indie band. Maybe this guy was one of them. I guess I should check out this lodge. I have to stay focused on the task at hand. Че ты узнал? Че ты взял, что-то подобрал? Сломанный металлический пульт управления. А вот и фрезер этот. Нашел. Все, починил. О лесных ораторах. Что нет? Ну, тебе изначально было тяжело. Зачем мне болторез? Давайте возьмем его на всякий случай, вдруг пригодится. That'll come in handy. Будет греть, если намокнет. Новый толстый шерстяной свитер 0,5. 1,5. Не, мой новее. Лучше просто собрать. А, нет, просто выбросить. Бросить. А подожди, подожди, а у меня этого нет уже. У меня куда, откуда-то, вот, вот здесь, отсюда уже куда-то делся. Носить тучи. Ай, да блин, не на ту кнопку нажал. Носить. Действие. Ремонт. Все? Ну хотя бы до 1 градуса дошли. Так, сразу можешь попить. Мусорка поищи. И сразу почини. Все, дальше можешь не чинить. Все нормально. What have we here? Так, здесь мы все обыскали. Тут, да, больше тут ничего и нету. Так, трупак можно еще обыскать. Он пустой. Так, ящик там вижу. 100 бумаги, ткань есть. Так, починить сразу. О, блин, шапка вообще в говно. О,
100% нормуль. Нам сказали найти там что-то там, да, какой-то домик нужно найти. Как нужно найти какой-то домик. Загляните в охотничий домик и постарайтесь собрать информацию. Куда конкретно идти нужно? На север. На север нужно идти. Здесь я уже был. Шины. Покинуть цех. Нашел что-то. Закрыто. Так, туда пошли, получается. Точильный камень возьми, пригодится. Пусто. Пусто. Так, ладно, давай теперь сюда пойдем, сходим. Опять зак тут закрыто. Ладно, получается только на выход, только и только на выход идти нужно. Он находится где-то здесь, да? Да, вот он. Сохраниться теперь нужно. Блин, то он со скалы упадет, криворукий был. То сейчас... Это что такое? Огни. Чё за херь? Ни хрена себе. Тут точно что-то без простого выживания, что-то не обошлось. Тут точно какая-то херь происходит. Ладно, давайте вот у нас на этом мы и закончим, хорошо? Ни хрена себе. Компьютер заработал, что-то лампочка заработала. Электричество появилось ни с того ни с сего. Давайте все, давайте закончим. Это что-то новенькое будет. Все. Ох, блин, страсти накаляются. Все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.